Комфортное передвижение в регионе будет не только по воздуху. Свыше 800 миллионов рублей в бюджете Ненецкого округа 2016 года запланировано на содержание и ремонт автодорог. Всего на сферу строительства, ЖКХ и транспорта в следующем году запланировано более 5 миллиардов рублей. На что конкретно будут потрачены эти средства и есть ли целесообразность в строительстве некоторых объектов, детально изучили депутаты окружного парламента на комиссии по экономической политике и бюджету. Статей расходов оказалось столько, что заседание растянулось на 2 дня. В непростых экономических условиях расходы должны быть максимально адекватными и рациональными, считают депутаты. Поэтому постатейное рассмотрение бюджета ведомства проходит без лишней спешки. Жаркие дискуссии вызвали подпрограммы по развитию дорожной инфраструктуры. Более 500 миллионов рублей департамент заложил на строительство в следующем году нескольких участков дороги Нарин-Марусинск. Один из них – четвертый участок протяженностью 15 километров. Выполнять работы будет Нарин-Мар-Дор-Ремстрой. По контракту участок должен быть построен за 2 года. Стоимость работ свыше 1,5 миллиардов рублей. 1 миллиард дорожники планируют получить из федерального бюджета. Мы должны понимать, что деньги в дорогу необходимо вкладывать для того, чтобы получить федеральные. Если стратегические задачи, я говорю, на дальнюю перспективу на 20 лет, то и федеральное финансирование будет разнить, подключиться, и развитие дорог у нас есть регион, который не имеет выхода автомобильных дорог или не соединен с центром. Напомню, дорога поэтапно должна быть достроена к 2020 году. Общая стоимость строительства почти 10 миллиардов, из них федеральных средств не менее 7. Впрочем, в необходимости строительства дороги Нарин-Марусинск никто не сомневается. Опасения депутатов вызывает сохранность дорогостоящих участков дороги к моменту ее полного ввода в эксплуатацию. До момента окончания всего строительства, я думаю, что пройдет еще лет, при самом хорошем раскладе, лет несколько. Вопрос. Все-таки не получится так, что сейчас огромные средства вот на четвертый участок 1,5 миллиарда, на третий участок 2 миллиарда вкладываем, а потом через эти несколько лет придется огромные средства вкладывать на ремонт. По словам специалистов, в летнее время строящиеся участки эксплуатироваться не будут. Лишь только зимой она будет служить выходом зимникам. Также на следующий год ведомство запланировало еще один масштабный проект. Это начало строительства объездной дороги. В целом она будет стоить окружному бюджету более 1,8 миллиарда рублей. На корректировку проектной документации и начало строительства в 2016 году запланирован 101 миллион. Серьезные средства, более 64 миллионов рублей, в следующем году запланированы на разработку ПСД и начало строительства дороги на Тельвиску в комплексе с понтонным мостом. Общая стоимость поэтапного строительства дороги более 1 миллиарда. За 20 миллионов рублей дорожники планируют реконструировать 3 километра дороги на Красное. Также в следующем году может сдвинуться с мертвой точки вопрос строительства ливневой канализации. Более 19 миллионов ведомство запланировало на предпроектную и проектную документацию. Больше половины сумм на дорожные проекты депутаты предварительно не согласовали и рекомендовали департаменту предоставить детальное обоснование цен на строительство и целесообразность начала строительства некоторых объектов. Также департамент до 1 марта 2016 года должен предоставить полную информацию по строительству дороги на Усинск и развитию дорожной сети в сельской местности. Ирина Цепетова, Вадим Стасюк, телеканал «Север».